распаковочка чек моего сегодняшнего ужина. Что мне нравится в Южной Корее, так это боллы. Наверняка все знают, что такое болл. Так, что нам сегодня дали? О, отдельно авокадо. Это вы заказываете дополнительно. Классический соус. Это бальзамический соус. Бальзамика соус обалденный. Ну и, конечно, сам болл. Что мне нравится в этой доставке? В этих боллах они всегда пишут калорий, потому что боллы есть разные, есть лососем, есть авокадо лосось, есть просто с креветкой, есть курица, есть мясо, да? Взяла самый такой малокалорийный, 213 калорий. Чашечка идет вот такая вот, прикольненькая, да? Открываем. Тут креветки. Как он называется, багровый рис, это коричневый рис, который специально для тех, кто сидит на диете. Вот это вот, эти прикольные вкусные штучки, это жареные такие, как креветочки маленькие. И внизу полностью все капуста. О, здесь даже икра есть. Посмотрите, здесь даже икра, лук. Вот это дело все берете вот так, перемешиваете слегка. Вот капуста красная, есть капуста такая. Креветочка моя сварилась. По желанию добавляется авокадо. Это все заливаем нашим соусом бальзамическим. Так, прям поверх. Знаете, как люблю всегда делать? Как учили в детстве. Сейчас мне будет вкусненько. Всем приятного аппетита. Вот это авокадо. Ой, авокадо какой. Мягкий-мягкий, капец. Очень мягкий. И вот так берете, как шведский стол, втыкаем креветочку, капусточку и авокадо. Очень вкусно. Обожаю боллы. Очень вкусно. Во-первых, сытно, малокалорийно. И плюс там есть, когда берете с креветкой, в нем много белка. Белок полезно. Так, где наша капуста еще? А, кстати, забыла сказать. Сюда еще прямо такие крабовые палочки внизу ложат. Это, короче, нужно все перемешивать. Я всегда так по отдельности все беру и ем. Еще и кукурузка чуть-чуть. Это очень вкусно. Советую.
Рекомендуем. Кстати, это купон-доставочка, который вы можете написать в личку. Я вам скину эту ссылочку. Так, пробуем рис. Он, правда, уже застыл. Что такое коричневый рис? И вы когда кушаете? Забыла, с какого он идет посева, отсева. Ну, короче, это уже тот рис, в котором нету вообще ни капельки глютена. Это диетический рис, и когда вы его кушаете, он больше вкусом, он похож на перловку. Красная капуста супер. Вот его когда кушаете, он прям жесткий. Попробуем крабовую палочку с креветочкой. Есть, конечно, очень много доставок бол. Я брала разные. Конечно, мне нравится больше, когда без риса. Там только одна капуста. Эта доставка была закрыта просто. Как это вкусно. Надеюсь, что-то полезное вам показала в этом видео. Ешьте полезную пищу. Ну, так же. Что хочу сказать, всем приятного аппетита. Хорошего настроения. А я пошла дальше лопать.